Привет всем любителям кино! Мультфильм «Распрекрасный принц» вовсю использует имя своего продюсера Джона Уильямса, вставляя в постерах и трейлерах фразу от создателей Шрека. Удалось ли принцу приблизиться к легендарному огру? На это ответят критики. Элэргант о видео.ру оценка так себе. Главным же недостатком, на мой взгляд, является чересчур пунктирная любовная линия. Хоть и приводится она достаточно своеобразно, каждый отдельный штрих либо пощечина здравому смыслу, либо идет наперекор современным феминистическим трендам, причем лишь изредка в пародийном ключе. Борис Иванов, Film.ru, оценка 6 из 10. «Принц» — это переусложненная и неуклюжая комедийно-приключенческая сказка, которая пытается быть еще и романтической. Но если приключения здесь какие-никакие есть, и забавные моменты тоже можно найти, то сколь-нибудь убедительного развития романтических отношений в мультфильме нет. Василина Свиридова, «Котонавты», оценка 6 из 10. Единственная вещь, которая позволяет принцу выделяться среди большого количества средних и откровенно плохих мультфильмов, это его неожиданная актуальность, которая бьет по ушам, по глазам и по самолюбию мужской половины зрителей. Дмитрий Котов, «Посткритицизм», оценка 6 из 10. «Распрекрасный принц» по-своему уникальный мультфильм, в котором кондовые штампы перемеживаются оригинальными находками и отсылками, неубедительные диалоги разбавлены симпатичным юмором, а посредственная анимация нивелируется актуальным и по-взрослому многогранным идейным наполнением. Роман Балабанов, «Cinema Flood», оценка 7 из 10. Хоть в картине и присутствует постмодернистская ироничность, ей очень далеко до Шрека. Вследствие небольшого количества сюжетных деталей фильм не очень запоминается, только ближе к концу сценаристы делают героев чуть более индивидуальными, до этого в них трудно увидеть специфику. Елена Громова, «Киноафиша», оценка «Хорошо». «Распрекрасный принц» остается весьма любопытным экспериментом. Несмотря на то, что шаблоны и ироничные интерпретации клише в фильме Роса Винокура идут рука об руку, создателям мультфильма удается попасть в болевую точку. Пусть даже заигрывания с гендерной и феминистской проблематикой в мультфильме не могут похвастаться ловкостью и последовательностью. Как видим, до Шрека «Распрекрасному принцу» далеко. Но все же и откровенно негативных рецензий от критиков не последовало. Ну а идти или не идти на этот мультфильм в кино, решать только вам. Понравилось видео, ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал, будет много интересного.